Добрый день, с вами Вока, канал Ева и Вока. Сегодня расскажу о средстве, которое очень хорошо помогает от клещей для животных. Вот раньше, да и сейчас даже, все многие используют всевозможные ошейники, потом капли на холку. Но появилось средство, это вот таблетки. То есть ее выпивает животное и на 3 месяца хватает. То есть действие какой-то таблетки. Если клещ попадает на кожу животного, то он погибает. И нет опасности того, что животное может заразиться. Вредной там болезни, которая вот разносится этими клещами. Вот. Раньше мы использовали ошейники. И у нас вот старшая еще собака, это английский бульдог. Мы когда использовали этот ошейник, у него было раздражение. И потом мы очень долго лечили кожу животного, то есть месяца два, наверное, чтобы эти язвы прошли. И нам вот наш доктор Наталья Владимировна подсказала таблетки вот эти купить. Это Бравекта. Такие вот таблеточки. И они идут на вес животного. Вот есть, и они идут разного цвета. Вот есть зеленый с таким с лиловым, есть голубой с лиловым. Это для разного веса. Вот здесь вот написан вес. Например, вот это вот идет, у нас английский бульдог, от 20 до 40 килограмм. А это для французика, от 10 до 20 килограмм. У нас он весит 11 с небольшим килограмм. Вот, сейчас покажу, что внутри содержится. Так вот, смотрите. Открываем. Там такая вот таблетка. То есть она запахом мяса, и животное с удовольствием его съедает. И потом здесь еще идут такие наклеечки. То есть вот эти наклеечки можно наклеить на ветпаспорт животного, чтобы вы знали, что вы сделали ему вот эту таблетку дали от клещей. И это будет отражено в ветпаспорте животного, что у вас животное обработано. А в другом, сейчас я постараюсь, чтобы не перепутать. А в другом тоже таблетка, но это рассчитано на другой вес. Главное не перепутать. Здесь вот 20-40 килограмм. И вот цвет вот такой и такой. Соответственно, тоже как вес. Вот. Всем удачи. Надеюсь, что мои советы помогут вам в содержании ваших любимых питомцев. До новых встреч!